Лето – пора активного отдыха, а езда на велосипеде – один из самых популярных способов насладиться свежим воздухом, полюбоваться природой и посмотреть достопримечательности. Куда отправиться в первый поход и как найти единомышленников, расскажет щелковский велосипедист Олег Устинов. Путешествия на велосипедах подходят всем, даже если вы катаетесь всего пару раз в год на даче. Главное – выбрать подходящий маршрут. Велосипедист Олег Устинов рекомендует начинать с однодневных поездок. Самый простой маршрут – это, наверное, отсюда до Пушкина, от Пушкина до Дубны по Вело-1, там велодорожка проложена вдоль канала Москва-Волга. Ну, из Дубны вернуться на электричке, например, назад. А если вы хотите прокатиться по нашим окрестностям, Олег Устинов предлагает несколько маршрутов, которые проходят рядом с усадьбами Гребнева, Никольская, Тимонина, Якова Брюса, Алмазова. Чтобы ознакомиться с маршрутами, перейдите по QR-коду, который вы видите на экране. Олег, с чего началось ваше увлечение велосипедом? Как вы начали ездить на длинные дистанции? Все началось с ВКонтактов, с группы местной щелковской. Я туда зашел, ребята предложили вечером с ними прокатиться. Маршрут был очень интересный. До этого я ездил только по асфальту, а это были грунты. Мы по берегам Клязьмы и Учи доехали до Ивантеевки, потом через Королев и вернулись. Меня вот этот вариант не по асфальту очень сильно зацепил. Осенью того же года Олег вступил в сообщество велосипедистов Щелково и Фрязино, а весной отправился в свой первый длительный поход в Самару, где проехал на велосипеде по ее окрестностям около 450 километров. Теперь Олег Устинов мечтает отправиться в велопутешествие на Дальний Восток, Байкал и в Дагестан. Велосипед – это прежде всего некий такой образ свободы. То есть ты вот поехал туда, куда захотел, вот вообще вот просто куда захотел. Уровень вхождения в этот туризм достаточно, ну, простой. Для того, чтобы вот взять и поехать, нужно хотя бы просто у кого-то взять на пару часов велосипед и начать крутить педали. Если вы вдохновились историей героя сюжета и задумались отправиться в путешествие, но у вас нет компании, это легко исправить. В нашем округе есть сообщество велосипедистов, где вы легко сможете найти себе компаньона для совместных поездок. Олег, спасибо большое, что поделились с нами своей историей. Я думаю, что наверняка и кто-то вдохновится и сядет на велосипед и также отправится путешествовать, присоединиться к велодвижению. А мы будем ждать ваших новых покоренных маршрутов и обязательно о них расскажем. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.